Ильяс, садись. Как дела? Как обстановка в доме? Спокойная. Спокойная. А ты как? Скверно. Мне нужно увидеть Эссие, но я не знаю, каким образом. Кто знает, как с ней обращается это чудовище? Я с ума сойду. Лучше бы я сказал, что я спал с ней, и теперь согласен жениться. Я до сих пор удивляюсь себе, как я мог отпустить ее с этими ужасными людьми. Как я мог? Ильяс, ты головой ударился? Кто женится на малознакомой девушке только потому, что ее брат козел? Каждый сам решает свои проблемы. Я уже давно люблю эту девушку. Вот как. Приехали. Я с ума сойду. Мне нужно найти ее и поговорить с ней. Я не отдам ее этим тиранам. Я не могу сидеть сложа руки и знать, что этот подлец ее избивает. Ильяс, на что ты надеешься содержать ее? Ты в своем уме? У тебя еще будет куча проблем. Вчера прислали мотоцикл. Тебе еще за него отчитываться отцу. За душой не гроша, а собрался жениться. Слов нет. Это его прислали? Класс, класс, класс! Ильяс, убери его отсюда. Если отец спросит, скажешь, что вернул обратно. Не нарывайся на новый конфликт. И так в доме нет покоя. Вот-вот. Ты спрашиваешь, на что я надеюсь? Вот моя надежда, братишка. Я так использую этот шанс, что даже отец изменит ко мне отношение. Никто уже не скажет, что я катаюсь на мотоцикле и рискую жизнью лишь потому, что я бездельник. Я всем докажу обратное.
Проснулась? Идем, поешь чего-нибудь. Твой брат ушел. Сегодня приезжает тот парень из Стамбула. Он хочет с тобой повидаться. Мама просила предупредить тебя.